Всем добрый день! Сегодня мы пришли на выставку по текстилю. Здесь представлены образцы штор. И наша задача сегодня найти хорошего поставщика по шторам. Мы, в принципе, работаем со многими поставщиками, их, наверное, более 70. Но все равно каждый год мы приходим на выставки подобного типа и ищем хорошего поставщика. Как видите, на выставке достаточно большое количество людей. И представлено очень много новинок. В том году вот мы были на выставке, такого не было. То есть они как бы выставлялась выставка, но людей было намного меньше, образцов было также меньше, и как бы мы не впечатлились. А в этом году мы сильно прям обрадовались, то что выставилось огромное количество поставщиков, хорошие ткани, классная фурнитура. То есть цвета те, что нужны. То есть обычно мы работаем со сложными оттенками, то есть сложными фактурами. И как раз в этом году все это было. Нам это очень сильно понравилось. Вот, кстати, эспакада выставлялась, их стенд. Он, как всегда, такой необычный. Классно прям. Нам всем понравилось. Вот новые каталоги эспакады. Из новинок они представлены. Но они прям хорошо подойдут на римские шторы. Мы тоже взяли у них пару каталогов, с ними сейчас работаем. Если кому нужны хорошие шторы, заказывайте их. У нас ссылка будет под видео в описании. Телефон, ссылка, то есть ссылка будет на другой YouTube, на наше видео наших монтажей, наших работ. Вы можете посмотреть наше качество, как мы работаем, наши объекты. Тоже подписаться на такой канал на YouTube, очень интересный и познавательный. Здесь как раз представлены декорации эспакады, они каждый год выставляют новые декорации. Вот в этом году вот они сделали такую классную композицию цветов, уже, скорее всего, искусственные цветы, мы их не проверили, но, наверное, искусственные, но очень красиво. Это вот тоже новый каталог эспакадовский, классные ткани, вообще обалденные, обалденнейшие цвета, такие прям сочные, очень классный каталог, тоже из новинок 2022 года. Новиночка. Нам очень сильно понравились. Всем нашим дизайнерам он хорошо зашел. И еще мы, кстати, взяли пару каталогов классных. Вот здесь мы уже их не стали снимать. Они у нас будут на новом канале, который по ссылке внизу, именно по шторам. Там мы обычно выкладываем видео новых каталогов. Там можете зайти и посмотреть каталоги из новинок. Там и Хогар, и новые, кстати, каталоги, их производят в России, новые ткани. И фактуры, они чем-то схожи на немецкий принт. То есть просто они шикарные, вообще смотрятся в интерьерах. Но производят их в России. И цена у них дешевле, наверное, на процентов 30, наверное. От аналога, грубо говоря, вот немецкого. То есть очень выгодно покупать сейчас, тем более, когда курс упал чуть-чуть пониже. Можно вот прям хорошо купить. Это вот мы уже пошли после этой выставки на другую выставку. Она просто была смешанная в одном помещении. И здесь вот представлены были камины. Камин. То есть вы это искусственный огонь. Естественно, вы никак это не обожгетесь. Это вот так вот сделано искусственно. Но смотрится очень бомба, вообще бомбически. Это было, по-моему, представлены были краски. Отделочные материалы. Выставка проходила целый день. Мы на ней пробыли 4 часа. Нам этого, в принципе, было предостаточно, чтобы взять новые контакты, новых поставщиков. И после мы отправились погулять по Москве. Как раз она проходила, выставка, недалеко от Красной площади. Погуляли, сделали классные фотографии. Погода была отличная, солнце светило. После мы пошли в депо. Депо — это большой фудкорт, где очень много представлено разных кухонь мира, разные повара. Все готовят вкусно, обалденно. Вот мы взяли ежиков. Очень вкусный, питательный. Всем советую, это прям вообще шикардос. Это устрицы. Это вот было в ракушке, честно, я не помню, как это называется, из головы вылетело, но очень вкусная вещь, тоже советую. Они вот подаются в таких ракушках, они все лежат в аквариумах, естественно, это все сырое, но очень вкусное. Это вот прям то, зачем нужно, если вы будете в Москве, прийти и попробовать. Это в депо находится.
Это вино белое. Нам прям зашло оно классное, недорогое, по сравнению с теми, которые в Москве, но очень вкусное. Все это находится в аквариумах, при вас это все открывают, готовят. Ну, просто шикарно. Тут же вот мы взяли пасту с морепродуктами. Она, кстати, недорогая. Что-то там в районе 700 рублей нам вышла одна порция. Это по Москве вообще недорого. И нам реально нравится. Мы сюда приходим, ну, может быть, вот 2 месяца разок. Это были торты здесь. После мы пошли, хотели десерт купить, взяли там пару пирожных. Но они нам не зашли. Тут, в принципе, в Москве не умеют делать нормальные пирожные. Сколько мы здесь живем, ни разу не встречали нормальных кондитерских. И церковь такая вот на фоне бизнес-центра. Ну и все, и после мы уже поехали домой.